после очень сложной дороги из Олденбурга вернулись, и как было очень для меня важно установить команду, чтобы сегодня, не дай Бог, кто-то травму какую получил, и чтобы нормально, максимально справились. И последние три игры Киев играл вообще неплохо. Азумаш и Лили выиграл их в Киев, а две последние победы над Днепроазотом и Одессом нам не давали за никаких прав, чтобы соперника, что то была какая-то недооценка. С первой минуты начали играть агрессивную защиту и, думаю, до конца игры результат был под нашей контролем. Думаю, очень сильную энергию не потратили, потому что в таком сложном графику у нас послезавтра тоже такая тяжелая игра с Будивельником, и будем, как для меня тренера, самое главное, чтобы команда, чтобы успел установить команду. Так, очень сложно что-то специально подготовиться, но чтобы установили. Это все. Ну, Киев, можно сказать, молодая команда. Они стараются, играют в защите, как бы бегут. Ну, нас об этом предупредил тренер, что надо играть агрессивно, чтобы не было недооценки. Ну, я думаю, мы справились с этим. Хорошая, опытная команда «Химик», с агрессивной защитой. Играют прессинг по всей площадке все 40 минут. То есть сложно, как бы, нам с этим справляться было. Но, тем не менее, играли, и не хватило нам, как бы, агрессии в защите и в нападении также. Mike, congratulations to our opponents. They play a game with very good energy, very good intensity today. Мои поздравления нашим сегодняшним соперникам. Они сегодня играли с хорошей самоотдачей, с хорошей энергией. We had a very good reaction in the second half, in the third quarter. We control rebound, and we could have some easy point running fast break. У нас была неплохая реакция, ответ в третьей четверти. Мы хорошо сыграли на подборе и хорошо бежали быстрый отрыв и в свои мячи забили. We came back also on rebounding, because the first half they over rebound us too much, but the second half we were much much better on rebounding and the game was different. Мы смогли вернуть игру на подборах, потому что в первой половине мы очень проиграли подбор, соперник намного больше подборов собирал, но во второй половине нам все-таки удалось эту игру наладить. I'm very happy because this is the fourth good game in a row of Max Sandul, and this is very good news, very important for a club like BC Kiev that is pointing to young players and to grow up young players. Хочу отметить, что это четвертая игра подряд наша, хорошая на вот таком уровне. Это очень важно для БК Киев, в составе которого играют молодые украинские игроки. Okay, we look ahead, we look to the future and see when our young players can get better, we are happy. If we try to win games, but when the opponent are so strong like today, we have to admit that they were better than us, and so no chance for us. We take what is positive, you know, good game of some young players, mm-hmm. and a good reaction of the second half. Mm-hmm. Мы, естественно, смотрим будущее, мы надеемся, мы ждем, когда будут расти и становиться сильнее наши украинские игроки. Мы, естественно, стараемся тоже и выигрывать, но когда оппонент настолько силен, как сегодня, то мы стараемся брать максимум позитивных моментов, как сегодня, например, мы сыграли хорошо во второй половине.